Миссия марсохода Curiosity с каждым днем вызывает все больше ажиотаж среди блогеров. На первых кадрах с красной планеты кто-то принял части самого аппарата за следы внеземной цивилизации. А полученные сегодня снимки дали новый повод для сомнений, действительно ли съемки ведутся на Марсе. Часть ландшафта, которая попала сегодня в поле зрения марсианского фотокорреспондента НАСА, очень похожа на пустыню Мохаве, знакомую жителям Южной Каролины, Невады и Юты. Особенно поразительно сходство горной гряды на горизонте. С этим соглашаются все интернет-сообщества. Даже песчаные бури совсем как на родине, пишут некоторые пользователи Твиттера. В Хьюстоне признают, кратер Гейла, в котором находится марсоход, действительно напоминает некоторые местности на Земле, но общественность никто не обманывает. Марсоход успешно приземлился на Красную планету и ведет оттуда свою научную работу, настаивают сотрудники НАСА.